Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Вышел, наконец-то, камбэк группы Stray Kids, за которой я активно слежу. У них вышел третий полноформатник, который называется Five Star, 5 звезд. Видимо, потому что альбом еще хороший. А и к нему заглавка, которая называется S-класс. S-класс — это обычно Mercedes, так называют, который особого класса. Это перевод с немецкого, сколько я помню. Ну вот, то есть песня с крутого альбома и, видимо, крутая песня. Я не знаю, будем очень сильно на это надеяться. А, у группы есть замечательные продажи, но давайте я про них скажу в конце, после первой реакции, потому что чего я сразу же много-много долго болтаю, и некоторые люди даже не успевают до первой реакции дослушать. Это не очень хорошо, скорее всего. Ладно, перед началом этой самой реакции попрошу вас поставить лайк видео, не понравится, отожмите в конце концов. И скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Бусти, в особенности Шуре, Илье Просину, Горш, Евгению Ерину, Виктории и Дане, свежеприсоединившейся Дане. Все, давайте открываем этот ролик, который S-класс со Stray Kids, и начинаем реагировать. 3, 2, 1, поехали! Запись идет, идет, все у меня идет. Чудесно. Погромче. Как всегда, безумно агрессивно устроив. Интересный харе. Да фак. Бочка очень хорошая. Клип, как всегда, прекрасный просто. Джой, ты просто не пожалел денег. А здесь как будто что-то из романтичного, Fuck is going on? Мы перешли в хип-хоп. Вообще какая-то ссылочка в 90-м. Окей, прихор здесь просто божественный. Какой-то монстр морской. Что происходит вообще? That's me. Я бы сказал, что у них немножко выбивается бридж, но нет. Он похож по настроению на прехорусы. Господи, сколько крутой клип, как он хорошей музыке соответствует. Блин, харяга тоже божественная абсолютно. Охренеть. По части клипа просто охренеть. Я таких крутых клипов давно не видел. Он столько агрессивный, с крутыми переходами, с сюжетом, опять же, и т.д. и т.п. В общем, тут просто его разбирать и разбирать. Настолько здесь местами все очень красиво сделано. По поводу песни. Песня тоже хорошая очень. Мне припев понравился не настолько сильно, как прихорус. Припев у Стреев был и посильнее. Он очень агрессивный, крутой и такой динамичный. Но просто прихорусы очень красивые, очень красивые. Я бы хотел, наверное, припев что-нибудь в стиле «Backdoor». Он такой
в бэкдоре он был более EDM-овский, нежели более просто хреначище. Сложно объяснить, конечно, свои эмоции. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Здесь нет вопросов к тому, что прекрасный прихор и сливной припев, потому что он вообще не сливной, он нормальный совершенно, просто не настолько мелодичный. А прихорусы безумно мелодичные, безумно мелодичные, безумно красивые. Прям ух, ляпота. Да, да, по поводу продаж, по поводу продаж. А, смотрите, сейчас я... Что-то у меня в последнее время плеер как-то реагирует очень заторможенно на все, что происходит. А, парни, во-первых, поставили абсолютнейший рекорд по предварительным заказам на альбом. То есть уже прям 1 июня, то есть вчера, JYP Entertainment сообщила, что предпродажи составили 5,13 миллиона экземпляров. Таких предзаказов не было ни у одной группы, не только у Stray Kids, не только у JYP Entertainment. Нет, просто в принципе ни у BTS, ни у Seventeen, ни у кого такого не было. В общем, это рекорд, если я ничего не путаю, опять же, абсолютнейший. По поводу продаж за первый день. По поводу продаж за первый день, там пока не рекорд, там пока третье место. Но на самом деле предыдущий альбом Stray за первый день продался тиражом, по-моему, там 2,13 миллионов. Да? Давайте я проверю точно, чтобы... Не быть балаболом яростным. А, да, вот у нас... Да, за первый день у Maxi Dent, в общем-то, были продажи 1 308 971 копия. Это за первые сутки. На текущий момент у Stray Kids, у этого альбома, продажи как бы за первые сутки, и все еще идет подсчет, но я не знаю, сколько он будет идти, может быть, еще час, может быть, еще два, может быть, они уже практически закончатся на самом деле. Почему у меня Твиттер внезапно заглючил? Не может быть такого, чтобы у Korean Sales TVT не было ни одного твита. Да, вот все, продажи почти закончили, у них продажи 2 392 664 копии. Это на самом деле дико круто. Это уверенное третье место после Seventeen и после BTS. На первом месте, напомню, Seventeen с почти 4 миллионами копий. На втором месте BTS, Maple the Soul, 2 653 000. Так что, опять же, Stray доказывают, что они сейчас одна из трех самых крутых, самых продаваемых групп в истории. Поздравляю и парней. И, собственно говоря... JYP, разумеется, с этой удачей тоже. И теперь посмотрим, что у нас будет по продажам за первую неделю, потому что там, опять же, за первую неделю рекорд у Seventeen 4,5 миллиона, на втором 3,3 миллиона у BTS, ну а третье место тоже BTS, но будем считать, очевидно, что без проблем это количество будет обойдено. Вот, как-то так, в общем, на самом деле, прям мне очень интересно узнать, что там да как будет. BTS, мне кажется, обойдут вообще без проблем. Хотя я могу ошибаться, но мне кажется, обойдут. Да, должны обойти, наверное. Насчет Seventeen, не знаю, посмотрим. В общем, давайте еще раз реагировать, после того, как мы порадовались за парней, за их рекорды, и персональные не очень. Если у вас вопрос, как так, предпродаж 5 миллионов с копейками за первый день, вот так, ну там обычно сколько смогли магазины отгрузить, столько и отгружают, собственно говоря. Там могут быть пока что не все еще поставлено. Поэтому будем смотреть, как там у нас будут данные за первую неделю. Еще раз реагируем на S-класс. 3, 2, 1, поехали. Нет, настолько хорошо клипы, опять же, JYP снимает. Это не просто кидание денег в экран. Помимо этого, еще и... С Феликса начали. А, нет, уже перешли на другого участника. Она, разумеется, написала эту музыку и текст наша известная троица. Вот вообще, это было что-то с чем-то. Разбили зеркало. Да, очень хороший ударный синт, опять же. Слышали этот звук? Замечательный. И, блин, это просто очень красивый кадр. То есть парни ничего такого не делают, занимаясь своими делами. Вот, здесь уже очень хороший кусок приходит. Ух, это просто очень красиво. Такой милашный. Мне нравится, как Феликс начинает. На-на-на-ба. Yeah,
Первая часть такая подготовительная. Припевы скорее. Вторая более агрессивная, чуть-чуть более музыкальная. Блин, это просто красивый эффект, на самом деле. Здесь постоянно меняется камера, постоянно очень классно меняются сцены. То есть они часто не просто сцена, смена сцены, смена кадра, а вот как-нибудь эдак. Ну, посмотрите вот просто. Вот это была обычная смена. А сейчас... Бумс. Просто. Сначала появились какие-то отдельные слои изображения этого, потом добавили туда парней, пошло-поехало. Это, в принципе, я не могу сказать, что чудовищно сложно, наверное, делать, но это еще нужно придумать, на самом деле. То есть это фактически там в фотошопе все зарисовать, а, кстати, анимация была. Да. Просто песня меняет темп сразу, причем неплохо меняет темп, переходит чисто. Чистейшей воды хип-хоп по звучанию, по музыке, по оформлению. Посмотрите на эти одежки замечательные, скейтборд, граффити и так далее. Только я такой бочки в хип-хопе не слышал. Тогда, мне кажется, бочки были не настолько мощными и агрессивными. Еще и под каждый бит меняется сцена, видите? Господи, они теперь эту улицу превращают еще в миниатюру фактически. Ёлы-палы. Интересно, они что-то изображали здесь или нет? Ух, ну чего ж хороший прихорус. Ару просто балдеет, флексит. А там морское чудище какую-то хрен тень творил. Опять же, смена за сменой. Да чего красиво сделано. Слушайте, они просто одну сцену меняют на другую. Вот-вот, настолько мастерски, блин. Режиссеры клипа, монтажеры, респект еще. Сначала появляется один фон, появляются парни на фоне огня. Потом появляется остальная сцена. Глобально. Еще раз. Духовые синты, опять же. Мы любимы. Бумс. Ну, красота же. Настоящее кино. Я бы посмотрел с ними. Супергероическое кино. Да еще атмосферно нагнетается даже музыкально. Что это за переход? Ух, красота. В общем, несмотря на то, что у меня к непосредственной песне есть некоторые вопросы, не сильно большие, но есть. Например, повторюсь, мне хотелось бы чуть более мелодичного припева, но сочетание всей песни, постоянные смены темпа и, как сказать, жанра песни, насколько оно хорошо работает, насколько, опять же, просто великолепный прихорус и нормальный абсолютно припев, и насколько все сочетается с хореографией, с клипом, не знаю... С актеркой парней это, конечно, полный вынос мозга. То есть это реально очень-очень крутая вещь. Давно, честно говоря, такого не видел. Именно по части, вот, так сказать, комбинации. Чтобы я сидел и офигевал от клипа, плюс который сопровождает еще музыка. Да, молодцы, Стреи. Молодцы, кто для них делают эти замечательные клипы в JYP. Просто очень круто. И поскольку я знаю Стреев, и вы знаете Стреев, мы можем ждать еще... немало клипов, я думаю, на их новые песни. Они меня еще, блин, завалят этими песнями. Так что, окей, я не против. Я только рад реагировать на песни Stray Kids. Они всегда интересные. Вот, напишите, что вы думаете и про песню, и про клип, про припев, про прихорус, про все вот это вместе взятое. Вот, всем спасибо, всем пока. Огромное большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Boosty.
luxury, yeah.